YouTube. Привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня очередной обзор штатива. Штатив сегодня представляю Кульман NanoMax 220. Ну и написано Germany. То есть торговая марка Германия. Но, скорее всего, изготовлена в Германии. Что собой представляет данный штатив? Данный штатив имеет размер в сложенном состоянии 41 сантиметр. В общем-то, получается компактный штатив. Ну, или штатив трипод на трех ногах. Каждая нога имеет по три замка, соответственно, по три колена. У меня все не попадает в зону съемки, поэтому я так покажу одну ногу. Фиксируется быстрыми замками или защелками. Основание — резиновые грибки, которые являются нескользящими. Шарниры достаточно тугие, то есть обеспечивают хорошую плотную установку штатива на грунт или на ту поверхность, на которую он устанавливается. Далее. Центральная стойка. Фиксируется винтом. Я не буду ставить на ноги, потому что просто не помещусь в зону съемки. Также на штативе установлена поворотная головка. То есть вот таким вот образом головка вращается. Эта функция используется для съемки панорам. Кроме того, есть наклон камеры такой и такой наклон камеры, фиксируется ручкой. Кроме того, на площадке расположен пузырьковый уровень, который позволяет выставить штатив для съемки панорамы. Площадка должна стоять абсолютно горизонтально. То есть выставляется уровень в одном положении, потом головка поворачивается на 90 градусов. Ну, это имеется в виду на стоящем штативе, на установленном на трех ногах штативе. Головка поворачивается на 90 градусов и опять выставляется уровень. И тогда, когда при вращении головки пузырек уровня всегда находится по центру, это и есть горизонталь, с которой можно снимать панораму. Кроме этого, площадка является быстросъемной. Как это осуществляется? Вот таким вот образом. И снимается площадка. Крепление быстросъемной площадки на основание является квадратным, и поэтому поставить можно и зафиксировать в любом положении для того, чтобы выбрать положение камеры для съемки наиболее удобное. Вот. То есть вот такой вот краткий обзор штатива. И сейчас я его постараюсь. А еще мне сказал, есть один недостаток, на мой взгляд. На мой взгляд, этот недостаток состоит в том, что
на центральной стойке имеется резьба, вот здесь резьбовое окончание, но нет непосредственно крючка для подвеса груза. Как известно, груз, подвешиваемый на штатив, увеличивает его устойчивость, скажем, при ветре или при случайном задевании за штатив. Груз, который висит на нем, обеспечивает его более плотную установку. То есть, если на этот штатив еще поставить вот сюда крючок или петельку для подвески груза, было бы очень хорошо. В качестве груза обычно можно использовать, скажем, не обязательно использовать какую-то гирю, а можно использовать скажем, носовой платок, в который набросать грунта, и это уже будет груз достаточный для того, чтобы утяжелить штатив. Вот. Складываю штатив и взвешиваю. Ноль есть. 820 граммов весит этот штатив. То есть, в общем-то, компактный трехколенный с выдвижной центральной стойкой с уровнем. По моему мнению, это идеальный штатив для путешественника, поскольку является достаточно легким, весом менее килограмма, и достаточно функциональным и высоким. Я сейчас полностью его открою и попытаюсь померить его общую высоту для того, чтобы дать полную информацию. И центральную стойку тоже выдвигаю. Вот. То есть вот таким вот становится штатив в полностью разложенном состоянии. Я его просто ставлю на пол, беру рулетку и замеряю общую высоту. Ну, не могу этого показать, а поверьте мне, что его высота с выдвинутой стойкой составляет 116 сантиметров. То есть это высота, скажем, достаточная для того, чтобы чуть присел работать с камерой. Теперь я штатив соберу, и на этом закончим. Единственное, могу добавить, что обзор этого штатива — это уже обзор третьего штатива. У меня есть два обзора штативов Белора, и теперь вот добавился штатив Кульман. То есть смотрите на моем канале обзоры других штативов и сможете выбрать для себя тот, который вам наиболее подходит. Нужно сказать, что и Кульман, и Белора — это бренды немецкие. То есть эти штативы могут быть не изготовлены, но брендированы немецкой фирмой, соответственно, качество обеспечивается, немецкое качество, если даже это изготовлено и не в Германии. Вот такой штатив сегодня был у нас в обзоре. Это Кульман Nanomax 2200.
На этом сегодня все. Желаю всем выбрать для себя удобный штатив, потому что штативы нужны разные, и каждый используется в тех условиях, в которых он наиболее удобен. Вот сейчас я делал обзор этого штатива Кульман, а съемку вел штативом Белора, который, в общем-то, Белора Тревелер, который, в общем-то, является, можно сказать, даже настольным штативом, поскольку имеет небольшую высоту. Но, установив его на чемодан, я смог отснять то, что вы сейчас смотрите. И точно так же вы сможете в обзоре штатива Белора Тревелер посмотреть, как он выглядит. На этом все. Пока-пока.